эту снару, наш антракт подошел к концу, и мы снова вместе, без бірге. Без кабаттан сіздің білен бірге. Бүгінгі шушыматтон ұшырашымын икінші бөлігін башлы біз қазір. Хәм, әлбәттен сәхнеге Найля Фатихованың ижат еткен жырлары білен сіздің қашығызға Татарстанның от қазаған артисті Алмаз Юси шығаша. Қаршылағыз, Алмаз Юси. Дорогие друзья, сейчас на сцену выйдет девушка, с которой Найлюха связывает не только творческие отношения, но и общественные работы. Они вместе входят в международную женскую организацию «Апкалфак». На сцене заслуженная артистка Республики Татарстан Алмаз Юси. Композитора нашей очаровательной Найля Ханум. Я вас поздравляю, если можно, выйдите сюда на сцену. Желаю вам здоровья, счастья, удачи, творческих успехов. От всей души вас поздравляю. И сейчас исполню песню, написанную на музыку нашей юбилярши. Называется она «Сюмбике». Исполняется впервые. Сүйем мигә, сүйем
Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе моем. И земля казалась ласковой, и в этот миг вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик: «Что с тобой, моя?» Дорогие друзья, вы все прекрасно знаете, что уже много лет Наиля Ханум дружит с группой «Нана» и ее руководителем Барри Алибасовым.
К сожалению, по техническим причинам нанайцы не смогли приехать на наш концерт, но прислали поздравления. Внимание на экран. Дорогая Наиля, от всей души поздравляем тебя с юбилеем, желаем тебе творческого роста, хотя куда уже расти, потому что твой профессионализм, по-моему, зашкаливает, твой творческий потенциал настолько высок, твои песни на татарском поют не только мы, Надежда Бабкина, Марат Башаров. Это радует, что ты популяризируешь вместе с этими артистами татарскую песню. Продолжай в том же духе. Будь молода, красива, богата. Будь счастлива, радости тебе, цветов и любви. Ну что, это все твое. И здоровье. С юбилеем! Thank you.
счастливый человек, а Лагашка, как сказали мне, мама с папой, они здесь сзади сидят, рахмат с изгадами. И не только в этом году юбилей. И брат мой, женой Алла Вашикер, и внуки мои. Альхамдуля, мит бахет ликаши. Друзей у меня много, и вы у меня есть, рахмат. Эта песня называется «Энгей». Синден башка,
говорили, сборник, в который вошли 48 песен, и диск в MP3, который тоже очень много песен в себя включил, и старых, и новых. И одна из новых песен, которая называется «Сезнек Ищен» на народные слова. «Сезнек Ищен». Общину, занимается строительством мечети и поет по-татарски. На сцене заслуженный артист Республики Татарстан Рим Калимуллин. Рим Калимуллин!
Рахмат, за финале. Рахмат, Бергамбул, Гумар Мяшик. И, друзья, сейчас на эту сцену выйдет ученица Наили Ханум. Несколько лет назад молодая девушка пришла в татарский культурный центр в Москве и попросила записать с ней песню на татарском языке. Она хотела ей поздравить родителей. Наиля помогла ей сделать это, и вот это, можно сказать, случайное знакомство переросло в очень теплые и доверительные отношения, которые длятся и по сей день. На сцене дипломант конкурса «Татармана» Альбина Сафина. Песни, особенно там, где ты выступаешь еще и в роли композитора.
Я с большим удовольствием также слушал эти песни. Это действительно настоящая профессиональная творческая работа. Но еще очень интересное направление в твоем творчестве – это то, что ты создала группу вокальную, женскую, под названием «Медина». Вы проделываете огромную, нужную, необходимую всем нам работу. Возрождаете древнюю татарскую традицию, поете минаджат. Я желаю тебе личного счастья, бесконечного творческого поиска, молодости и задора. Yeah.
Don't be
тугель. Запнув на рвати змії, берегу рішу узель, берегу рішу узель, берегу мель. Берегу рішу узель, берегу рішу узель.